Несколько месяцев в доме номер 20 на Ленинградской улице не стихали ремонтные работы. Здесь сразу два подъезда было решено капитально обновить. Для жителей ремонт стал долгожданным. За 30 лет с момента сдачи дома подъезд не менялся. Ни разу не проводился ремонт, сколько здесь живу, более 30 лет. Сейчас сделали вроде нормально. Есть некоторые недоработки, но вполне приемлемо. Спектр работ был большой. Покрасили стены и потолки, заменили плитку и электрооборудование, установили новую входную группу и почтовые ящики. Капитальный ремонт в помещениях был реализован по программе «Мой подъезд». Проект воплощается в Химках уже несколько лет.